У нас забег ночной, вечерний точнее, в ночь собираемся спать, скоро спать. Скоро Чуча будет спать, да, побегает и будет спать, котенок. Такое. Побежали, побежали. Куда, 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 куда побежали, Чуча? Ну? Ну что такое? Ну что такое? Ну что такое творится в этом доме, скажи? Что творится в этом доме? Не понимаю. Хотела вам показать, что я себе заказала для волос новых два продукта. Бренд называется «Церемония». Я попробовала у них скраб для кожи головы. Он у меня стоит в ванной, потом покажу, как он выглядит. Он просто потрясающий, скраб с папайей. И заказала вот такой вот несмываемый кондиционер. Так вот он выглядит. И масло для волос, абсолютный хит бренда. Вот такое масло, просто потрясающий, имеет запах. Наносите его где-то за полчаса до мытья. Или, я думаю, наносить на ночь. Тоже так. Должно нам быть всем счастье. Вот так вот выглядит маслица. Очень классный бренд. Мне прям искренне нравится. Напишите, если вы с ним знакомы. Вот он, скраб такой красивый. Заканчиваем сегодняшнюю тренировку. Опять на эллипсе. 602 калории. И 6 километров. 30. Уже распаковала, подумала, надо все-таки снять. Сниму для влога iHerb, посылка, что было заказано. Очень быстро они делают доставку, молодцы прям. Неизменным всегда у нас остается этот чай Париж от Harney & Sons. Это просто потрясающий Earl Grey с апельсиновыми мандариновыми корочками. Ну, такой вот, знаете, он какой-то вот... Каждый раз его пьешь, и прям праздник. Очень классный. Рекомендую от души. Потом заказала вот такие маски. Маски для молодости, естественно. С коллаген-пептиды. Здесь у нас 30 маск. Масок в коробочке. Сейчас я пока так положу, потом распакую, покажу без упаковки, как это выглядит. От этого же бренда Mary and May Gel Cleanser с гиалуроник. У меня уже мой заканчивается умывательный гель, так что заказала этот. И вот это мне понравилась вещь. Rose Collagen. Это коллагеновая сыворотка, мист. В общем, пшикать на лицо. Ну и с ароматом розы всегда хорошо. И кое-что, естественно, для Чучи. Вот такой вот баттер, маслица для увлажнения. Вот можно и на носик, и на складочки, на эти лапы. Ну, если он, конечно, даст себя намазать. Тут все прям чисто органик. Масло манго, какао-бата, coconut oil. В общем, все прям очень хорошо. Жажоба, жажоба, где-то в каком-то фильме это было. Вот такая вот штучка. Вот наши покупки без упаковки, покажу вам. Вот такой контейнер с масками, мне кажется, это очень удобно, чем вот одноразовые вот эти вот маски постоянно. В общем, тут вытаскиваешь, можно делать прям курс 30-дневных масок с коллагеном, потом себя не узнать в зеркале. Вот так выглядит умывалка, понюхала, очень хорошо пахнет. И уже нанесла на себя вот этот тоник, розовая коллагеновая вода, мист. Его нужно так встряхнуть и распылить. Очень приятный распылитель, не, знаете, такой, не плюется. Хороший распылитель и приятный запах. Ну, не знаю, что там по эффекту, но я люблю вот эти все мисты, пшикалки. Лишним не будет. Ну и Чучи масло, которое он сразу стал лопать.
Нет, чучель, лопать его не надо. Дай лапку намажу. Да, хорошая баночка, надо ее съесть. Вот так вот мы намажем чучи лапу. Чучи будет классная, мягкая лапа. Да, чуча? Вот. 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 Да, твоя, твоя. Твой продукт. Твой продукт для ухода за своей красотой. Мама тебя будет мазать. Я вот сделала, потом решила записать все-таки. Сегодня делаю вот такой суп. Я не знаю, это китайский или японский суп. У меня была вот такая вот большая коробка и поменьше. А замороженная такая с очень тонкое мясо в таких роллах, знаете. Оно растаяло, и я его выкладывала слоями на китайскую капусту. Потом резала и вот так вот трамбовала. Сейчас я туда положу грибы такие. И вот микс для ризотто, разные грибы. И залью бульоном. У меня там стоит бульон. Сейчас покажу. Овощной бульон. Вот такой вот. Вот такой вот бульон на мисо. Ну, такой простой овощной. А потом добавлю порей, имбирь. Господи, перец чили. Еще к нему подам рис отварной. И, конечно, кимчи. Я кимчи просто обожаю. Надеюсь, будет вкусно. Надеюсь, не забуду показать, как это будет выглядеть уже в готовом виде. Ну вот получилась вот такая выкладка. Разные грибы. Накрыли нашу капусту и мясо. И когда уже придет время, я залью бульоном, поставлю на огонь. Так, ну вот я залила бульоном. Закрываем. Ну и когда все забулькает, выключаем. Все дымится, проводится. И сейчас мы будем так щипчиками всем раскладывать. Чуть-чуть того, чуть-чуть всего. Видишь, Леша, они как сэндвич получаются. Целикует весь народ. Нас тебе наразали. Теперь вся в дыму. Рось, ты что в дыму-то вся? Какого? Вся. Мама тоже вся в дыму. Так, так, свяжу. Все положу? Ну, каждому по разным грибочкам, да, чуть-чуть. Да, и бульон уже тогда. Леша, и бульон. Половник сломан, имей в виду. И потом к этому еще добавляется кимчи и рис. Заканчиваю сегодня тренировку. Много посетителей. Находилось 6 километров. Тима приехал к ветеринару. Сидит вот у Тимы на коленках. Догрызает мою корзину. Еще одну. Будем делать ему второй курс прививок. Следующий в марте. Наконец-то появилось время записать для вас видео. Вот записала первое, не с первого раза, когда, конечно, давно не записываешь, перерыв очень тяжело записывать видики. Хотела еще сказать, как у Чучи прошла прививка. Первый раз мы были у ветеринара. Это, конечно, интересное такое, как, experience.
Ну, приключение, короче, у нас было. Ну, как с ребенком, с маленьким, конечно, с ним. Отлично себя вел. Даже, по-моему, он не заметил, как его прокололи этой вакциной, потому что ел. Он ел, ему давали такие штучки, мясо такое, ну, такие собачьи штучки. И он просто потрясающе себя вел, всех очаровал. Чуча. У Чучи в домике. Мой тапочек. Уг. Игрушка. Динозаврик. Мамин носок. И штука, чтобы делать пюре. Вот. Хозяин. Хозяйничает. Да, Чуча? Ты хозяйничаешь? Что ты будешь делать с этими вещами? Расскажи мне. Зачем они тебе нужны? М? М? Чуча. Ну зачем тебе нужна вот эта вот штука для пюре? Скажи мне, пожалуйста. М? Тапочек тебе зачем нужен? М? Ну скажи, пожалуйста. М? Да.